От масштабов микромира до безграничного космоса в Твери в третий раз пройдет фестиваль «Наука 0+». По подсчетам организаторов, его посетят более 3000 человек. Они станут свидетелями соревнований пилотов квадрокоптеров, откроют для себя лабораторию по созданию радиоуправляемых роботов и поучаствуют в мастер-классах, квестах и экскурсиях. Подробнее с программой ознакомилась Мария Шалованова. Фестиваль «Наука 0+» пройдет в Твери с 4 по 6 октября. За эти несколько дней он расскажет о мире науки и техники понятным широкой публике языком. Эта наука доступная каждому и интерактивный праздник для всей семьи. В рамках фестиваля организаторы подготовили серию научно-популярных мероприятий. Интерактивные выставки, лекции, хакатоны, мастер-классы, концерты, гастрономические точки и даже научные стендапы. Это короткие выступления, как правило, яркие, интерактивные, направленные максимально на контакт с публикой, возможно, с какими-то как раз элементами стендапа. Андрей Соковнин, популяризатор комикс-культуры, он будет рассказывать про «Звездные войны». И Артем Иванесян, историк, кандидат философских наук, он будет рассказывать про фальсификацию истории и как поступать в этой ситуации. Кроме того, фестиваль станет площадкой олимпиадного десанта. 6 и 13 октября участники смогут больше узнать о формате заданий регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, который пройдет уже в январе, и подготовки к нему. Своим опытом поделятся победители и призеры заключительного этапа соревнования, студенты лучших университетов, проводящие занятия в школах Москвы. Я сам заканчивал Тверской лицей и участвовал в олимпиадах. Но пройти дальше регионального этапа мне отчасти помешали не то, что мне не хватало знаний, а то, что я не знал именно формата заданий. И не знал, какие, может быть, еще ресурсы. Я об этих ресурсах уже узнал, когда закончил школу. Mm-hmm. То есть на своем опыте я понимаю, что, наверное, тверским школьникам у них есть хорошая база. Наши преподаватели очень хорошо могут рассказать свои предметы, но тонкости именно олимпиадной подготовки, к сожалению, у нас преподаются только в некоторых школах и по некоторым предметам. Ребят ждут полуторачасовые лекции по 16 предметам, в их числе русский язык, литература, английский язык, история, обществознание, экология, биология, физика и математика. Кроме того, в перерывах между выступлениями преподаватели ассоциации победителей олимпиад будут готовы ответить на вопросы о своих университетах.